У США пройшов перший раунд президентських дебатів. Вперше теледебати відбулися ще до національних партійних з'їздів, тобто до офіційного висування кандидатів. Джо Байден та Дональд Трамп висловлювали свої позиції на різні теми, згадували і за війну в Україні. Зазначу, за умовою Трампа учасники дебатів не мали при собі жодних записів, а на вимогу Байдена проходило усе без глядачів. У студії були присутні лише двоє ведучих. Мікрофони вмикалися лише тоді, коли надавалося слово, аби учасники не перебивали один одного та не вставляли коментарі. Перше питання сектору зовнішньої політики стосувалося війни в Україні. Трамп заявив, якби у США був справжній президент, то Путін би ніколи не напав на Україну. Много людей погибло сейчас, гораздо больше, чем известно. Говоря о цифрах, эти цифры можно удвоить, а может и утроить. Он ничего не сделал, чтобы остановить это. Более того, я думаю, что он подтолкнул Россию к вторжению. Я объясню вам, почему так получилось, что произошло. В Афганистане у него дела шли так плохо. Это был такой ужасный позор. Самый позорный момент в истории нашей страны, что когда Путин посмотрел на это, он увидел некомпетентность. Он должен был уволить тех генералов, как я уволил того, о котором вы упомянули. Поэтому он не утратил прежней симпатии. Но он должен был уволить этих генералов. Ни один генерал не был уволен за самый позорный момент в истории нашей страны. Афганистан, где мы оставили оборудование на миллиарды долларов. Мы потеряли 13 великолепных солдат, а 38 солдат были убиты. И, кстати, мы тоже оставили людей. Мы оставили американских граждан. Когда Путин увидел это, он сказал, знаете что, я думаю, мы можем наступать, и, пожалуй, мы возьмем то, что хотим. Это было его мечта. Я говорил с ним об этом, это была его мечта. Разница в том, что он никогда бы не вторгся на территорию Украины, никогда. Точно так же, как Израиль ни за что и никогда не был бы атакован Хамасом. В свою чергу Байден заявив, що Трамп за своєї каденції заохочував Путіна робити усе, що він захоче, та додав, що кремлівський диктатор у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема, Польщу, Білорусь та країни НАТО. Факт в тому состоїть, що Путін – воєнний преступник. Він убив тисячі і тисячі людей. И он сделал одну вещь совершенно понятной. Он хочет восстановить часть Советской империи. Он не хочет кусочек Украины, он хочет всю ее. И хотите, что он остановится там? Если он остановится, если он возьмет всю Украину. А что случится с Белоруссией, что случится с Польшей, что случится с другими странами НАТО? Если вы хотите войны, вы можете представить себе, что будет, если этот человек станет президентом. Я додам, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах, повідомили у виданні The New York Times. Ймовірно, справа у непереконливому виступі Байдена під час дебатів, зокрема його регулярних обмовках, слабкому голосі, нездатності чітко подати позиції його партії у ключових питаннях.